Трудиться наравне со всеми. В целях реализации закона о квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан в разных уголках республики проходит акция, в рамках которого запланированы различные мероприятия. По сведениям Пенсионного фонда в республике проживает 54 тысячи инвалидов. Из них 25 тысяч являются трудоспособными. Правительством утвержден порядок предоставления субсидий. Из государственного бюджета предусмотрено порядка 3,5 миллионов рублей. На данный момент 7 тысяч инвалидов трудятся в различных организациях. Согласно целевым прогнозам, на текущий год необходимо обеспечить занятость инвалидов до 8800 человек. Стоит задача в этом году, до конца года, данный показатель довести до 34%, как минимум. Но эта задача достаточно сложная. Мы уже с начала года эту работу пытаемся вести. Все индивидуальные программы реабилитации к нам автоматически поступают из Главного бюро медико-социальной экспертизы. И уже мы, наоборот, сами начинаем выходить на этих граждан. Основная проблема у нас возникает в том, что многие из этих граждан не имеют хорошей специальности, квалификации, образования.